В Рязани из-за профилактики коронавируса стали закрываться бассейны. С 18 по 30 марта не работают спортивный комплекс «Чайка», бассейны «Аквамед», «Классика», «Радиоволна». Рязанский театр драмы отменил спектакли до конца марта в связи с ситуацией с коронавирусом. Вносятся дополнительные изменения в апрельский репертуар. Ранее приобретенные билеты и бронирование на премьерные дни остаются действительными. Перенесен фестиваль «Черный кот». Теперь его планируют провести с 24 по 26 апреля. Все купленные билеты будут действительны. Большой театральный капустник, отпуск на мели, оптимистическая утопия тоже переносится. Теперь он состоится 15 мая. Если человек захочет сдать билеты, ему будет возвращена их полная стоимость. В целом, к мерам по предотвращению коронавируса горожане отнеслись так. Я считаю, что это правильно. Переживем как-нибудь это все. Так, конечно же, никаких игровых центров, еще чего-то, конечно, не посещаем дома. Меньше посещаю вот там магазин, там всякие, стараюсь как-то. Заранее стараюсь что-то купить, может быть. У нас всю жизнь так было. Бабульки все скупают. Я даже про это не думаю. Надо жить нормальной жизнью. Как жили, так и живем. Стараюсь обезопасить себя. Каким образом? Поменьше быть в местах, где много народу. Ну, сейчас, допустим, с ребенком в сад мы его не водим. Дома сидим. Я в отпуске, как бы, поэтому мы, как, грубо говоря, на карантине. Вот. Ну, моем руки почаще. Лицо стараемся не трогать, как вот рекомендуют глаза. Некоторые комплексы продолжают работать в обычном режиме, однако на входе сотрудники измеряют температуру посетителям. В торговых центрах и транспорте Рязани усилили дезинфекцию. Сейчас мы видим, как сотрудники МУП УРТ дезинфицируют автобус. Специальным раствором обрабатываются поручни и не только. Обязательно проветривается салон транспортного средства. У нас меры профилактики проводятся путем дезинфекции пульверизаторами, то есть на основе хлора и спиртосодержащих продуктов. И на конечных станциях сотрудниками МУП УРТ проводятся дополнительные дезинфекции после каждого рейса. Все суды Рязанской области ограничили прием посетителей. Особый порядок приема граждан, документов и рассмотрения дел установлен с 19 марта по 10 апреля включительно. Теперь гражданам рекомендуется подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте. Все суды при наличии технической возможности будут рассматривать дела при помощи систем видеоконференц-связи. В связи с введением режима повышенной готовности сторонам по делам, подлежащим рассмотрению в гражданском и административном судопроизводстве, в случае, если они не желают принять участие в судебном заседании, рекомендуется направлять ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие. В четверг, 19 марта, железнодорожный районный суд Рязани закрыли на карантин из-за коронавируса. Заседание отменили на ближайшие два дня. Советские, Октябрьские и Московские районные суды и областной суд пока работают. В арбитражном суде заседание проведут до обеда. После его также закроют на карантин до 10 апреля. Заседания будут проходить в закрытом режиме без приглашения сторон. Олеся Котровская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».